Всем привет, всем здравствуйте. Оля из Тампере, из Финляндии. Народ, мы находимся вот в таком магазине. Он называется Кубуш в Финляндии. Он приблизительно у нас 10 лет. Этих магазинов очень много. Он есть в Кушке-Кешкуш, он есть в Идея-парке. Даже в моем маленьком спальненьком райончике он тоже, этот Кубуш, есть. Девчонки молодцы, приветливые. Сразу сказали, что, пожалуйста, снимайте. Выключили музыку, рассказали, показали, что новое, что какая система этого магазина. И система этого магазина: набирай сколько хочешь вещей, примерочные обалденно большие, пожалуйста, приходи, мерь и так далее. Ну и, конечно, система у касс носочков, следочков, чего только нету, шарфиков, лаков и так далее. То есть, когда ты стоишь, ждешь очереди у кассы, чтобы ты тоже нахватал, видите, носков и так далее. И очень много скидок, то есть скидки, скидки, скидки. И здесь, видите, то же самое: купи 4, купи 3, минус 50%, все это есть, только придите, купите. И это все понятно, что все хотят продать, все хотят, чтобы вы пришли, померили. Большущий отдел, чего только нет. Вот, пожалуйста, нижнее белье, колготки, труски, трусы, носки. Но, к сожалению, самый большой размер здесь 2XL, и размеры маломерки. То есть, если вы 2XL и такой, знаете, более типа пухляка, конечно, в этом магазине вам делать нечего. Но если вы девочка, конфетка стандартная, конечно, здорово, что вот такие есть. И хоть я и смеюсь, что здесь мне наверняка ничего бы не влезло, но вот сразу остановилась у платья парашют. Посмотрите, какая прелесть. Три сборочки, 39,90. И есть до 3XL, то есть в некоторых моделях даже есть 3XL. Но если мы смотрим на размер, конечно, он больше напоминает 2XL. Но все равно здорово, что, видите, есть и такое. И, конечно, к черному. Я сразу подхожу к черному. Я вот такое платье-парашют хотела одно время. И есть маленькие размеры девочки-конфетки. XS маленький размерчик. То есть тоже все это есть. И он, этот магазин, очень бюджетный. То есть дорогого бриллиантового здесь ничего нету. Цены, видите, какие: 19,90, 29,90, 39,90. Ну и топики. Топики тоже все есть. Топики все 7,99. Всех цветов радуги. На широкой бретельке, на тоненьких бретельках и с длинным рукавом 14,99. Ну и много, конечно, безика. Ну и безик висит тоже по цветам: серый, розовый, молочный и так далее. И здесь у нас футболки с V-вырезом, и рядом футболки с круглым, с круглой горловиной, пардон. И есть с коротким рукавом, с длинным рукавом. И, конечно, много, большой выбор трикотажных платьев. То есть, если вот такое куда-то вы хотите, типа домашнего, под какой-то пиджак и так далее, то есть вот такие длинные домашние платья тоже есть. И это платье стоит 29,90. Ну, здоровское, да, даже куда-то, знаете, как говорится, после сауны в таком платье тоже можно присесть. Ну и так как магазин молодежный и бюджетный, конечно, очень много, видите, такого трикотажа. Ну, трикотаж, конечно, здесь ничего смешного нету. Но, с другой стороны, не все хотят, чтобы было написано Каппа или Найк или еще что-то, или Адидас. Многие хотят вот такие, где ничего не написано. Ну и, конечно, многие рабочие места, если ты работаешь в каком-то офисе, они тоже не предпочитают, чтобы была одежда с эмблемой. То есть нейтрально ты должен в этом офисе находиться. Поэтому вот такой свитерок тоже многие хотят купить. И посмотрите, народ, какой большой выбор трикотажа. 29,90. Но цвета опять повторяются. То есть ничего нет такого, которое кидается нам в глаза. Ну, конечно, белый, серый, кремовый, типа песочного, серый, черный. То есть вот такие спокойные все-таки цвета присутствуют. Ну, и это во всех магазинах. То есть я, конечно, если тусуюсь, я пытаюсь показать все, что есть и в другом ассортименте, не только спортивное. Ну и вот здесь посмотрите, какие здоровские велюровые на резиночке. Конечно, много такого очень спокойного всего.
И про что я всегда говорю, даже люди, которые сами умеют вязать, многие говорят, что да, пряжа в Финляндии очень дорогая, моток может стоить и 10 евро, и если за 49,90 ты покупаешь уже готовую кофту, конечно, многие не заморачиваются, и цвета, вот как доктор прописал, тоффе серый, кремовый и вот такой зеленоватый, то есть хорошие цвета и очень большой выбор курток. Я удивилась, когда вошла, куртки вот такая розовенькая, 69,90, вот такая розовая, ну, конечно, в ней ничего смешного нету, и длинные пальто тоже есть, и длинные пальто у нас 99,90, и со всех курток 30% скидка. Ну и в прошлый раз я смеялась, что всегда нужно спрашивать, какой посадки джинсы. Ну, здесь, конечно, тоже все это сфотографировано. Джинсы бюджетные 29,90. Ну и цвета есть, конечно, обыкновенные деми, то есть синие. Но черные в Финляндии продаются очень хорошо. И в многих рабочих местах, где в джинсах запрещено быть, черные джинсы приветствуются. То есть в них хорошо, как говорится, сидеть, а не со стречем, но все равно вам никто не скажет, почему вы пришли в джинсах. И точно так же юбки, если, например, джинсовая юбка запрещена, вот в такой черной юбке ты где-то в банке, в конторе можешь сидеть, никто тебе не скажет. И, конечно, костюмы. Костюмов в Финляндии нет, в этом магазине этих костюмов тоже нет. Очень большой выбор джинс. Джинсы. Посмотрите, сколько джинс. Джинсы. И я пришла опять к джинсам. И здесь скидки. У нас 9,99. Вот такие трикотажные джинсы тоже есть. Большущий выбор джинсов. Посмотрите, джинсы. Ничего кроме джинс. Всех цветов радуги. И деми, и светлые, и черные. И, как говорится, на работу и на каждый день. Это все здорово. Ну и кто-то говорил, что очень мало товара в Европе, магазины полупустые. Нет, в Финляндии такой проблемы нету. Посмотрите, как все висит, руку некуда просунуть. Ну, если такой свитерок стоит 12,90, конечно, они очень дешевые. И много аксессуаров, то есть вот заколки, резинки для волос, очки, ремни и так далее. 8,99, 90, 12,90. Цены очень бюджетные. И хоть зима еще не началась, но на куртке уже 30% скидка. Кайки такет минус 30 написано вот здесь. Ну и размеры есть. Такую малюсенькую хорошенькую курточку каждый бы хотел себе купить. Она хорошо носится, ее можно стирать. Ну и цвета хорошие. Видите, светло-зеленый, розовый. И точно такой же есть дождевик. И 30% у нас на все пальто. Вот тут тоже такое коричневое длинное пальто висит без подкладки. И кто, девочки, в прошлый раз спрашивал, есть ли такие вот теплые трикотажные. Вы знаете, теплых не нашла, только тоненькие. Но я думаю, что такие трикотажные брючки тоже очень хорошо будут носиться. 29,90. И они еще внизу на молнии. То есть, если вы одеваете, например, с коротенькими ботиночками или в сапоге, то молнию всегда можно расстегнуть. Это тоже здорово. И если цвета посмотрим, даже вот здесь такой, видите, тоффе коричнево, светло-шоколадный, какао, капучино. Как вы этот цвет назовете? Да, здорово, что, видите, тоже большая фотка есть. Люди сразу приходят, о, вот такой вот цвета хочу. Обычно, что он сфотографирован, а, конечно, люди хотят это померить. И всегда есть скидки. Вот здесь, например, реклама. Неуле Албака Секойта. Секойта, ну, Албака самое дорогое, что есть. 39,90 и 29,90. И цвета шикарные опять. Кремовый, зеленый, старая роза и черный. 29,99, конечно, даже если ты очень хорошо умеешь вязать, нету смысла начинать вязать такой свитер. С удовольствием бы на зиму люди хотели. Ну и вот такое платьишко, конечно, тоже все хотят себе на зиму. Два цвета, тоффе и черный, 39,90, здоровско.
Ну и такой плюшевый костюм, конечно, все хотят на зиму ходить по дому. 24,90. Вот такая кофточка плюшевая с мордочкой кролика стоит здоровски. И большой выбор. Вот носков. Вот такие носки тоже все носят. Вы помните, в Финляндии по дому люди ходят в носках. Много раз тапок у финнов нет. Мы ходим в тапках. И, конечно, большие ассортименты халатов, ночных рубашек, коротких, длинных. Многие обожают в субботу после сауны вот такой халат на себя надеть, мягенький. И, конечно, они уже сидят в этом халате весь вечер. В Финляндии принято, если есть какая-то каминная, да, вот в таких халатах люди тоже любят отдыхать в субботу вечером. И с этой стороны панда, медвежонок, тоже такой костюмчик есть, 24,90, и штанишки в клеточку. И в этом магазине стоит вот такая коробка, куда вы можете принести старую одежду. То есть она пойдет на утилизацию. То есть вот такое тоже есть. Ну и, конечно, ночных комплектов безумно много. Есть с шортами, есть более с длинными, есть с коротким рукавом, есть с топиком, есть с халатом. То есть если вы вот такой комплект купите, конечно, все это можно соединить. И будет здорово, то есть то вам жарко, то вам холодно, хотите вы с коротким рукавом или с трусишками, такой здоровский комплектик может тоже купить. Подписывайтесь, не хворайте, с вами была Оля из Тампере, всем физкульт-привет!